Грипп не спит. По этой причине школы и детские сады закрываются на карантины, и ребята получают вынужденные каникулы. Роспотребнадзор принимает решение закрыть учебное заведение, если на занятия не пришли 20% детей. На вечер пятницы у нас было закрыто 4 садика, плюс еще группы в других дошкольных учреждениях. По школам 76 школ, и плюс еще дополнительные классы в 31 школе. Сегодня 3 школы открываются после карантина. Кстати, в этом году 89% школьных работников были привиты от гриппа. Видимо, поэтому эпидемия и не достигает пиковых значений. Домашние задания и разъяснительная работа идет через интернет, через электронные дневники с родителями и с ребятами. Плюс ко всему произойдет корректировка тематических планов учителей. Наверстать упущенное – небольшая проблема. Главное, чтобы дети были здоровы.